В ответ на дезинформацию, распространенную армянской стороной о том, что активисты сворачивают акцию и разбирают палатки, гостелевидение Азербайджана объявило о расширении акции. Сообщается, что в зоне протестов проводится уборка территории, после чего будут установлены более вместительные и утепленные палатки. Также есть информация о том, что число участников растет, прибыли еще около 200 активистов.